23, 24. Просто насос, не успевает камера снимать. Ребятки, я вас всех приветствую. С вами, как всегда, Сергей Резниченко. В общем, сегодня у нас такой ролик про автозвук. Очень люблю все эти движения. Ну и, собственно, хотел бы вам показать именно связку DL Audio Subwoofer Black Bass 12 с моноблоком от DL Audio Griffon моноблок 1.2,5 кВт. Наш сабвуфер, вот он уже запылился что-то тут. Думаю, пора бы затестить. У нас питался, смотрите, видео прошлое от Dynamic State 1.900. В общем, ну, маловато, честно сказать. Он даже особо на ход не выходил. Получается, у нас на сабе номинал выходит, сколько это там, он 700, пик 1400. Ну, в общем, киловатт уж точно он может переварить, я так думаю, что 1000000%. Соответственно, мы подключим в 1 Ом, и получается у нас 2 киловатта. Ну, мы сейчас затестим, как оно будет играть. В общем, поставим гейн наполовину, ну и посмотрим, как он будет при киловатте играть. Короб очень удачно получился, настройка примерно... ну, где-то 33-35. Сейчас покажу вам прошлый. Будем устанавливать весту. Заводское все питание. Конечно, 2 киловатта на заводское питание такое себе. Ну, попробуем. Вот, вот он, собственно, наш моноблок. Dynamic State 1.900. В 1 Ом дает в пике 900 ватт. Ну и, собственно, сейчас попробуем. Ну и вам покажу, как будет это все дело играть от данного усилителя. Давайте сделаю распаковочку. Кстати, ZDEC, смотрите, как доставляет. Вот для чего так делать. Абсолютно новый моноблок. Кстати, снимайте обзор, и скидочка для вас будет. То есть это вообще 100%. Вот у нас в комплекте наклейка. Сними обзор и получи 20% скидочку. Собственно, что я и делаю, как я люблю это говорить. Так, фирменный у нас ароматизатор. Выносной регулятор в комплекте есть. Вот наш выносной регулятор. Я вообще-то вот при вас первый раз достаю все это дело. Раскрываю. В общем, решил, что это, думаю, попробую на DL. Как это все дело будет играть. Итак, у нас выносной регулятор получается с вольтажом, клип есть, и температуру еще можно выставлять. Офигенский регулятор, то есть у нас есть уже в комплекте. Ну и, собственно, вот он наш моноблок, грифончик. Сейчас мы его вытащим, ну и, собственно, поставим. И дальше мы проверим на всех треках этот губастика. Офигенский короб, очень четко собранный. Ну, посмотрим, не знаю, вроде на объема должно, наверное, хватить. Ну, посмотрим, в общем. Все, пока что так прикрутили. Болтики в комплекте шли на регулятор и на моноблок. Все зафиксировали. Вот так это дело все выглядит. Офигенский саб, мясистый. Все четенько. Итак, ребятки, у нас головное устройство Street Audio. Ссылку на него тоже оставлю в описании. Coca-Cola уже шевелится потихонечку. Собственно, у нас 19 Гц. Сейчас вам покажу ход сабвуфера.
Не, прикольно, конечно. В общем, на это не смотрите, змеиная свадьба. В общем, решили просто подкинуть, посмотреть, как играет. Но играет очень кайфово. Все это дело играет в 1 Ом. Настройка 19 сейчас. Гейн у нас на выносном регуляторе где-то на час. Там я сделал тоже на час. Ну, дальше вам покажу. Блин, это просто жесть. Он прыгает. Ну, ход очень хороший. Давайте 18 сделаем. 18 уже не так. 17. Так. Блин, это очень жестко. Вот это я понимаю, на хорошие сабы делаю. Ой-о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 й. 23. 24. Просто насос, не успевает камера снимать. 25. 14.1. Нормально все. Это монстр, пацаны. Это просто монстр. Ой-ой-ой-ой-ой. 27. В общем, 30 его вот прям хорошая чистота, кстати, сейчас была. Прям очень неплохо. Так, ну, собственно, давайте сейчас включим трек. Ну и послушаем, как это все дело играет. Ну и покажу вам флекс. Конечно, всегда не такое это себе, но все равно вам покажу. Саб очень шикарный. Он стоит, так, усилитель стоит 14 900, саб стоит 10 с копейкой. Кстати, сейчас вам покажу, чтобы вы тоже видели гейн. Гул стоит сумасшедший. Вот, на 12 часов стоит. Так, ну давайте включим трек. Сейчас это дело... закроем. Но он переваривает, не пахнет, ничего. Все отлично. Так что сейчас какой-нибудь другой тоже трек поставим. Ну и послушаем сейчас. Прям при вас. Сейчас подберем.
просто монстр. Блин, какой он жесткий, пацаны. Ой-ой-ой. У меня аж кепка ходит, все ходит. Блин, ну вот как-то так пацаны играет. Перемены в комнате начинаются с краски. Очень жестко краски играет. Лично от себя могу сказать, шикарный саб. Просад, в принципе, ну, нормально. Меньше 13 там и 2 не падает. Но у нас заводской аккумулятор, заводской генератор, как бы ничего такого не стоит. Поэтому сейчас следующий какой-нибудь поставим. Удобно, кстати, температуру смотреть. Переключаете и вольтаж. Не знаю, вроде все четко. Еле тепленький. Вообще все хорошо. Все нормально. Это, кстати, мачетка. У меня тоже на фронт. Нет, еле тепленький. Ну неплохо он справляется. Уже короб просто по трещинам он пошел. В общем, пацаны, подытожим. Очень офигенный сабвуфер. Связка у нас это специально. Мы дальше планируем установить 2 сабвуфера. Поэтому можете экспериментировать. В принципе, в 1 Ом он дает 2 киловатта. В 4 Ома его можно подключить и будет 700 ватт давать. Как раз идеально для этого сабвуфера. Я думаю, если вы его в 4 Ома подключите, Black Bass, да, вы его не убьете никогда. И зато у вас будет на дальнейшее уверенность, что
Ну, можете подкинуть второй саб, подключить его в один ом, и будет два саба так фигачить, вы просто обалдеете. Поэтому от себя хочу сказать, отличный такой мягкий бас с этим моноблоком, прям, ну, хорошо раскрылся сабвуфер, но без фанатизма. То есть на гейн 12 и на выносном регуляторе тоже где-то на 12 часов я выставил. Все, и следите за вольтажом. Здесь мы уперлись уже в питание. Если здесь добавить хорошее питание, чтобы просада не было, 12,5, если это убрать, это будет бомбическая связка. И я думаю, на дальнейшее вообще, в принципе, рост. А у вас будет рост, потому что хотите побольше сабвуфер, да, поставить или же помощнее. Это будет бомбово. Стоимость приятная. Снимите обзор, там, допустим, приобретете, ну, там, я не знаю, динамики, снимите на них обзор, скидочка будет на 25% на следующий товар. Думаю, неплохо. От себя хочу сказать, прекрасно все играет. Мне очень нравится. Все ходит в седане, чтобы так ходило. Ну, я думаю, вы все сами видели. Диэль, в общем, делает вещи. На это я еще раз говорю, не смотрите, просто подкинули. В общем, дальше будем устанавливать, скорее всего, два сабвуфера, возможно, ну, скорее всего, в мою четырку. И будем сравнивать два саба, да, и подкинем этот моноблок. Ну, это будет потом. Поэтому, кому было интересно, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, я думаю, интересная такая компоновка. И тоже вот такое головное устройство Street Audio. Многие спрашивали зимой, как оно там, что, как. Все отлично, ребятки, приобретал в эпицентре Sound, город Пятигорск. Просто бомбишка, все ТСы ставят, честно, надоело это уже все. Вот, вот это бомбочка. Все, давайте, пацаны, увидимся в следующих роликах. Автозвук будет 100% у нас на канале. Все, давайте. Кока-кола и песня Кока-кола, я думаю, четко.